Одна из визитных карточек старинного города Орши – каменная водяная мельница постройки начала 20 века. Этот памятник промышленной архитектуры местные называют просто «Млын». Добротная, из красного кирпича, она была возведена в 1902 году на средства городской управы. Поставили ее на месте прежней старой деревянной мельницы на специальном искусственном канале, соединяющем две реки – Оршицу и Днепр. Чуть позднее она переходит в частное владение. Новый хозяин, человек передовой, устанавливает на мельнице, помимо водяного, еще и паровой двигатель и механические круподерки. Мельница становится самой крупной во всей Могилевской губернии, в состав которой входила тогда Орша. Здесь трудилось 10 работников, а годовая выручка в несколько раз превосходила выручку, к примеру, аптеки в то время. В 20-е годы прошлого века мельница начинает работать на электричестве и успешно продолжает обеспечивать район и область мукой и крупами вплоть до 60-х. Затем назначение здания поменялось, здесь был устроен продуктовый склад. А в 1995 году мельницу отдали под этнографический музей, который рассказывает историю народного быта, культуры и ремесел белорусов. Полтора десятка лет тому назад зданию был присвоен статус историко-культурной ценности, что делает ее еще более привлекательным туристическим объектом, без которого не обходится ни одна экскурсия по Орше. Давайте и дальше открывать для себя интересные места в нашей родной Беларуси.